А видео начинается с того, то, что я нагло прокатываю по центру и заезжаю Минотавру в корму, где его забираю, потому что тут никого нету. Динамика батчата позволяет мне переместиться в другую часть карты буквально за пару секунд, где я встречаю бабаху, также которая стоит ко мне кормой. И вроде бы счет равный, но мои союзники очень быстро теряют хп, а у нас тем временем захвачено 3 точки, и надо всего лишь пожить, чтобы победить. И тут после этих слов я остаюсь один против четверых, и сначала я решил забрать хэвика, который у меня в корме. И теперь передо мной стоит задача позабирать шотных, которые дают мне очки, а очки нужны для победы, как всем известно. ИС-8 не пробивается в серую зону, но после этого не попадает и уходит в ангар. Я забираю еще одну точку, и здесь, наверное, бежать уже некуда, хотя вот есть шотная сотка, которая зачем-то выезжает и отдает мне победу. Колобанов, мастер.